Дорогие друзья, наш мощный позитивный канал снова приветствует вас и желает вам богатырского здоровья, отличного настроения, и чтобы у вас всегда было чем топить и чем кормить ваших домашних животных. Так, чё? Сгрустнулись? Объелись и стоите такие грустные, не знаете, что бы еще погрызть. Идите кору на досках погрызите. Кору на досточках идите погрызите. Белочку сразу. Папа пришел, сразу описалась, моя девочка. Вот она, тренировка. Тренировка, моя девочка. Тихо, Люся моя. Так, нам надо сейчас мощно, позитивно сегодня вот закатить вот эти 4 тюкасина. Почему? Потому что, видите, они уже из мощных, позитивных 4 тюков сена делают их, так сказать, вялыми и никчемными. Сейчас они их раздербанят, их потом не закатить. Так что вот, ну один день, у нас погода просто была хорошая, один день полежала, пусть они покушают, обветрятся. Вот. Сейчас мы закатим и посмотрим, что из этого получится, дорогие друзья, я вам покажу. Ну, получилось как-то вот так вот. Очень позитивно. И очень мощно. Вот, два тюка еще сюда. И сюда. А капец, есть не хочу. Ну, Игорь сказал, после козлятника они другое сено есть не будут. Там, кстати, они есть еще 4 тюка козлятника, там вначале он как-то приводил. Ну вот, 26 они сентября скосили, зеленое. Но это уже повторный кос, наверное, правильно. Косили они. Вот. Все, сейчас они тут подберут немножко, молодежь. Я потом граблями сгребу им кину. Вот. Все. И радуйся жизни не хочу. Дай. Дрова на зиму есть. Баню есть, сено есть, домик есть. Ладушка, что ты моя хорошая? Лада, все, вот заметьте, она все время возле меня. Никого ко мне не подпускает. Да здесь я, здесь. Все, папа, чтобы был рядом. Молодец, молодец. Молодец. Все, только от меня, чтобы отгонять кого. Ну все, дорогие друзья, давайте пока-пока. Счастливо. Всем всего самого-самого наилучшего.